грешным мире спасение душ наших. Господу помолимся. Оставление согрешения во блажении памяти приставшегося. Господу помолимся. Преснопамятным, усопшим новоприставленным первым президенте России Борисе Николаевиче, покоя, тишины, блаженной памяти его, Господу помолимся. Простите ему всякое прегрешение вольное и невольное, Господу помолимся. О неосужденному предстати у страшного престола Господа славы, Господу помолимся. О плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся.